В Видном состоялось первое заседание Совета депутатов Ленинского муниципального района 7-го созыва. Заседание прошло в максимально рабочей обстановке. Основные вопросы в повестке дня – избрание руководящего состава Совета депутатов. Тогда ставлю на голосование вопрос об избрании председателя Совета депутатов Ленинского муниципального района. Кто за кандидатуру Венцеля Валерия Николаевича? Прошу голосовать. Кто за? Путем открытого голосования председателем стал Валерий Венцель, а его заместителем – Станислав Радченко. Решения были приняты единогласно. Теперь Совет депутатов 7-го созыва сформирован по новому принципу. В него входят представители от каждого из 7 поселений Ленинского района. Совет депутатов Ленинского муниципального района состоит из 21 депутата, формируемый из 7 глав поселений, входящих в состав муниципального района, и из депутатов представительных органов указанных поселений, избираемых представительными органами поселений и своего состава в количестве 2 депутатов. Особого пояснения требует ситуация по прекращению работы депутатов 6-го созыва, которые 26 сентября 2017 года досрочно приняли решение о самороспуске. Здесь все происходило в соответствии с законом, ввиду того, что 8 депутатов предыдущего Совета депутатов Ленинского муниципального района 6-го созыва были избраны в результате прошедших 10 сентября выборов органов местного самоуправления в Советы депутатов поселений. 8 депутатов написали заявление о сложении полномочий. Я считаю, что депутаты Ленинского муниципального района 6-го созыва приняли абсолютно правильное и единственное верное решение, приняв решение о самороспуске. Сегодня заседание нового Совета депутатов Ленинского района прошло не в полном составе. Еще неизвестны имена 2 представителей от законодательного органа Видного. К сожалению, и Совет депутатов, который действовал до выборов 10 сентября 2017 года городского поселения Видное, и вновь избранный Совет депутатов, который так и не собрался на первое легитимное заседание, не смогли урегулировать вопросы, связанные с изменением устава городского поселения Видное. Ввиду вот этих всех правовых коллизий, сегодня нет возможности избрать представителей в Совет депутатов Ленинского муниципального района. Таким образом, на данный момент в Совете депутатов Ленинского района 19 человек, что составляет более чем 2/3 от общего числа состава. И согласно районного устава, они вправе приступить к работе. Перед новыми избранниками стоит множество вопросов. Одну из самых главных, первоочередных задач обозначил председатель Совета депутатов. Основная задача, чтобы мы консолидированно подошли к единственному и самому главному документу в жизнедеятельности всего района. Это формирование бюджета на следующий год. Пожелав своим коллегам мудрости и терпения, Валерий Венцель отметил, что консолидированный и максимально открытый подход к решению стоящих перед Советом депутатов вопросов – это основа его эффективной работы. Срок полномочий нового Совета депутатов – 5 лет.